Кайфовое сегодня солнышко. Я уже наснимала 1500 тиктоков, потому что меня это солнце вдохновляет на то, чтобы их снимать. И мороз такой. Хотя сейчас уже, по-моему, 6 марта, если я не ошибаюсь. Да, райончик у меня, конечно, не самый симпатичный, особенно вот эта часть. Она мне напоминает какое-то, не знаю, утопичное место. Но вот эта часть мне больше нравится. Вот я думала, у нас уже цветочки тоже придут. Как по мне, так 8 марта без Степана вообще праздник. Этот по-женский без тюльпанов — это, в принципе, не праздник, поэтому раньше папа там дарил тюльпаны, но сейчас мы либо я от кого-то их получаю, но в этот раз я их сама себе купила. Это не такие красивые цвета. Короче, мы уже сделали с сестрой вместе, можно так сказать, мой праздничный макияжик. Самое забавное, что мы снимали вместе ТикТок, и я оставлю, возможно, ссылку на ТикТок. И там у нас такие комментарии, что просто сразу видно, добродушные сестры любят друг друга. Любовь. Тебе фильм понравился? Да. Очень? Да. 10 из 10? 10 из 10. Ну, заплакала. Да. Пока мой пес сходит с ума. Смотрите, какая просто погода. Март месяц, 10 марта. Чак, как дела? Я уже снимала, когда было солнышко, но в основном погода у нас в Минске такая сейчас. Хотя вчера нам очень повезло, когда мы ходили снимать котик. Ай, нравится тебе, так хорошо. Пуся, идем. Я уже стричь, кстати, опять надо. Такой вот Минск красивый. Еще немножко заснеженный, но уже солнечный. И я иду на съемку. Будем снимать на пленочку сегодня. И вот. Очень такая яркая получилась, прям летняя и нежная, милая. В общем, я довольна этой картиной. Ты меня такой ждёшь, Паша? Ты меня ждёшь? Моя лапа, лапа, лапа. Пойдем домой? Пойдем Валю искать? Где Валя? Какая Валя? Сегодня такое восхитительное солнышко. Я еду забирать свои керамические изделия. В прошлом влоге вы видели, наверное, как я была там, делала тарелки, я говорила. И вот их уже пора забрать, их уже обошкли. И после обшика ими уже можно пользоваться, поэтому сейчас поеду в студию. И еще я взяла с собой камеру. Сковородницы. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой весенний влог. Жду вас всех у себя в друзьях, в подписке. Ставьте лайки. И до скорых встреч.